увеличилось количество участников, как посетителей, так и спикеров. Становится больше компаний, больше выбор. И вот теперь сделать сложнее, на какую сессию пойти, что послушать, что получить. Больше интересных людей. Возможно, мне стало проще общаться с людьми, заводить новые контакты, делиться опытом своим, перенимать чужой опыт и так далее. Это возможность, во-первых, пообщаться с руководителями крупных компаний, которые все начинали с маленьких стартапов, что, я думаю, здесь собрались там почти все стартаперы Алматы. Помимо лекции, это, во-вторых, еще и общение, нетворкинг. То есть можно пообщаться с близкими по духу людьми, обменяться контактами, расширение кругозора. Очень важно стартаперам участвовать именно в таких конкурсах, потому что здесь они, помимо того, что они могут найти инвесторов, они могут найти партнеров, других стартаперов, с которыми они могут скооперироваться, так получить какие-то полезные советы, рекомендации.